Так, сразу 2, 3. Ой, как от них тоже стремились. Смотри, звук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, по крайней мере, стук клавы слышно. Точно. Не буду, обещаю. Вот как от них тоже стремились. Ага, все отлично, меня слышно. Вот, вроде как качество можно и лучше, но такой уж есть на моем дурацком ADSL. Вот нынче. По крайней мере, звук не рыбовысит, как прошлый стрим. Не знаю, с чем там была беда. Сейчас вроде все нормально, поэтому... Поэтому можно стримить. Ага, от них тоже есть... От них тоже есть стрим, это хорошо. Когда давно я не стримил, давно не комментил, с тех пор, как Лео загремел в больницу. Но стримов от нас особо нет, все полагаемся на команду соперников. К счастью, сейчас стримеров развелось как грязи, так что почти в любой команде они есть. Какая у нас карта первая? Derelict Watcher. А как он называется в ладерном модуле? Что-то там наблюдатель, наверное. Брошенный страж, господи, жесть какая. Так. Ой. Заброшенный страж.
Брошенный страж, просто даже так. Так, приглашаем Равина. А, подождите, Равин уже в игре. А, все отлично. Приглашают меня в игру. Первую карту у нас отброшенный страж. Дуэльная карта. Какая-то новая в новом сезоне Heart of the Swarm. Вот. А может и не новая, но по крайней мере для меня она точно новая. Потому что в ход я сейчас играю не... Ёлки-палки, приехали. Ну вот, крашилась у нас почему-то игра. Вообще, по-моему, в последнее время крашится ошибка. Есть неприятно. Может, это из-за бета-версии драйверов на видео, не знаю. Так, ну чё, кто там создавал-то, приглашись. Так, UV Marador против CMYX 7X Raven Jhin. Вот. Карта у нас брошенный страж. Матчамп у нас ZVT. Ну и вперед. Ну не знаю, наверное, я все-таки стримить буду или не буду. Потому что качество на стриме все-таки ужасное, согласен со Смитом. Ну, тем более, что есть стрим от наших соперников. Так что можно вполне смотреть его. Сейчас посмотрю, как там у них качественно, если получше. Вот. Если они только не на DSL сидят, как у них ужасно. Может, жопа с какой-нибудь? Че это за херня-то, я без понятия.
На Боги. GPS-навигатор это что, он, по-твоему, Мать я свечу, понимать, что ли? там. Не, Он ну, же девушка, что Дрэпани ли? сам, Ну знаешь, тогда, там, естественно, Камила. нужно тот стрим Или, смотреть. может, Да. Сака с ним пили в Тамбове. Не Не знаю, не знаю. Так, ну давай, что ты знаешь об этой карте? Смотри, В этой карте. какие красивые тут текстуры. Я даже не знаю, как она называется. Ну, вон, может, сверху, шпаргалка есть, видишь? А, так это русские названия, они такие тупые. Я Нет. хочу на английском не получится. Ну, сейчас я тебе скажу. Давай, давай. Derelict Watcher. Отлично. Выучила? Ну давай, через после кого будет проверка карт. Запоминай. Derelict. ИДН какая-то. Так, смотри, тут дроны, звук, личинок. Что-то у тебя. Но есть разница на самом деле. Там у них настройки графики лоу, а у меня все-таки утро. Там лучше канал, у меня лучше комп. Так что не знаю, смотрите сами, чем смотреть. Я, наверное, все-таки постримлю, комментировать особо не возьмусь. Постримлю чисто для того, чтобы иметь возможность сидеть в обсерверах, потому что сидеть в обсерверах это круто. Так что не кидайтесь у меня тапочками по поводу не особо рьяного комментирования. Ну, там что-то, конечно, рассказывать. Ох, тяхать. Время замесов, но я не более того. Самочка, правильно. Раз, два, третья пена пошла, и, по-моему, я даже знаю, что сейчас Райан будет делать. Вот, есть мнение, что это будет Roach Bearing Push. Правда, при наличии мин он немножко видоизменился в ходсе. Вот, кушается там за копчик тараканчика, не понятно. Бейнов поменьше, но все, в общем-то, тару где-то. В районе 8 минуты приходите большой толпы и сбиваете тирана. Ломаю его все. Не были. Так, как он здесь? Вроде нормально, даже не особо тормозит стрим. Ну, по крайней мере, тормозить он не должен. Качество не то, чтобы совсем уж убогое. Ну, здесь, конечно, получше, да. Все-таки 1024 по при. Интересно, подъезжаем бункер на третьем. Прочать. Ну да, по-моему, это будет Roach Bearing Push под Брайан. Не возьму, причем на натурале, чтобы на мейне песка не увидели. Смотрит меня один я. Так что, наверное, все-таки. Сомневаю, а там 7 человек смотрит. Ну, четко. Стандартный волоский билд. Такой, не особо агрессивный. Я такой не люблю. А вот зерк на самом деле открылся очень. Ну да. Как я бы сказал, бы очень пассивно. Но сейчас должна цена будет раньше. Зато. Пассивные парни. Ну, не знаю, насколько пассивно. Ну, даже ты так не играешь в пул против Тернета. Это вообще унижение. Ты на такой не опустишься никогда, да? Я уже не побежали помню, таракани, что там играют. Ты уже и пул против них не ставишь, да? Рашишь хатами. Хатами рашу. Приглашаешь Терна на хату. Да-да. Так, 4 марика. Собаки ничего не увидели, то есть... Спалили не Леона, то, что туда бежит. Если неприятно, они могут собачку пожечь на подходе, потому что ты очень без минут пока. Небольшая собака, если очень неприятно.
Ну, врачище сыпался в стенку с четырьмя маленькими починками. Закупки у них нет, отфигурится, получится, собаки просто не успеют добежать. Где-то там заморфан Берлинг, ага, отлично, то есть можно взорвать сейчас бункер. Вот, вместе с рабами и спокойно взламываться. Единственное, что дотекания собак нет. А чему Шлеровин не делает? Сделал. Ну, все-таки собаки все пожгли с надеменом, походу. Ну что, пошла. Пошла атака, пошли Бейна. Баба! Шенда! Взрывать тоже хилбата сейчас. Грамм, мы Сашку посадили убивать сейчас. Вот, команду бью. Секспан, то есть все, что на нем. Отлично. Может попробовать сейчас даже с этим собаком появится. Ну, долгий собак я не ценю, но мы нужны Бейна, нужно взорвать Хеллбатов. Хорошо, не рассыпается вот. Хорошо, не рассыпается вот Бейлин. Саплай блок не ставим тиранные силы. Чтобы были саплай запасы. Тут дроп нам бомбардир, это железо. Ну, отбивается раненый, здесь тараканчик, спокойно. Вот, и тиран со временем теряет экспаншн. Ну как, все, что там было, кроме цицишки, которая улетела. Тиран наконец-то сел supply block. Есть у него какое-то войско, может ему спуститься, но войско-то небольшое, воевать с тираном из суммы не получится. Бах. Свой бата был минус Сибелин. Вот, и вот теперь, да. Теперь, наверное, придется потироваться. Нет, здесь достаточно рачи. Зерк, похоже, будет давить до конца. Заворачивается еще Бейлин. Сибелбата очень хорошо танкует. Они толще мародеров. Вот эти меньше дамага, конечно, для дракан. И, по-моему, вот Зерк сейчас просто поднимется наверх. Может подняться наверх, прорвать стенку Бейлинга. Да, вот как раз здесь еще собачки вытекают. Врачи, пошла туза, ну куда собаки вперед-то, ё-моё. Бейлинги в атаке. Хлопает достаточно с контролем со сраем. Вот, и врывается зерк наверх. Не очень хорошо, надо было забрать второй саплай еще. Вот, закатывается. Выводятся рабочие. Ну, сейчас очень большие потери, если честно, где-то должно быть вытекание где-то. Вытекается просто где-то. Да, давайте сюда. Лимитер. 76 мадам. Бейлин здесь катается. И мародерам, конечно, под минимум нужно отдать, потому что я врачу. Ну, зато это вообще никакой там тиран, потому что с ним дал. Да, рабочий. Потом было. Вырывает собаки здесь. Ну, это люди, вот, уже все. Ну, надеюсь, ты просто потусит правильно работать сейчас. Ну, все. 6 рабов, остальное мулы. 2 ЦС-шки, конечно, а там зерка 17. Врачи из Акади, еще макрохата и своя третяночка. Что там говорят наши друзья? Больше всех нас. Ну, там уже за 100 игр в этом сезоне. Серьезно? Да, не было такое целеустремление. Ну, я не знаю, он... выиграл из них. Но он, на самом деле, не очень уверен в своем стиле, я не знаю, может, волнуется, но играет в целом неплохо. Не знаю, как насчет относительно там меня или каких-нибудь других тернов в клане, которых сейчас и нету, в принципе, все в активе. Ну, так показывает неплохую игру в кастомках, например. Да, КСМ-ки не пройдут. Да. Так, походу сейчас дед будет тащить с костылем. Так, сейчас просим у него. Пускай насыпают песочку в кармашки. В глаза будет пыль, да, бросать. Или в омут. ТВП, почему из ТВП? Ну да. Ну, в общем, печально, да. Я бы заплакал, но вот плакать нечем. Чего вам не сам еще жить? Мне уходить-то?
такой вот импровизированный повтор с трансляцией наших друзей. И переход в технику. От особого, блядь, от особой бедности. Были они, кстати, сейчас могут очень сильно потерпеть, если удачно минус без армии. Привет, третья локация. Третьей локации нету. Пустись. Чё, блин? Ох, сейчас как больно будет. Срабатывает клин, срабатывает туда, срабатывает как-то. Вообще, ну всё, взорвался, просто ничего не будет. Мародор. Не мародер, а мародор. И счет становится 1-0 в пользу команды Симикс. Ну что, равен на один шаг ближе к Укилу стал. У меня целых 3 зрителя. Проверяю собак. Желание появилось. А вроде не появилось. Желание челюстью. Так, что-то тут 2 гелиона хотят сделать. Полетят, мир повидать напоследок. Восьми девак не потерял. Ну, он сейчас сам сдохнет там. Герметичность нарушена. Смотри, овер такой безобидный рядом висит. Смотрит на него 8 глазами и в шоке удивляется. Он ему сейчас жест на самом деле показывает, который мы не видим за его спиной. У него клешни так, за всех крабов, да, за удовое там. Ну, на самом деле, я не знаю, мародёр не хейт, чтобы с такой ситуацией вырулить. А Рипер их отпугнул. Рипер наркоман. Да, он кого угодно отпугнет. Он камикадзе, знаешь, там. Смотри, он сейчас взорвется на него, видишь, там горит сзади. Огнетушители. Подгорает. Подгорает. Утка. Подгорает. Ой-ой-ой. Г, ну это в моем стиле, Г. Г много чего может значить, правильно? В русском языке-то. Да. Открываешь словарь, смотришь все буквы на Г и думай, что он тебе сказал. Е. Там, гей, good game, good gay. Я великий Е. Сказала это просто, у нас чуть-чуть не сильно стоит сказать. Сейчас Кавел Гизмо, там, все в напряжении смотрят. Да, он тоже начался в 20. На главный, да? Ты завидуешь? Их там на главный стримит. А мы где-то там, не знаю, в подвале стримим. Underground. Не знаю, к счастью или к сожалению, но меня почему-то даже не подумала посетить такая мысль. Нормально, тебя посетили посетители, знаешь, в гараж там. Вся сброда из КДВ-ТВ, там человек 30. У тебя там 30 человек уместилось бы в гараже? Да, спокойно. Да, у тебя там подвал есть, да, где ты скелеты закапываешь, да? Да, я бы плотненько всех уложил. Так, о, я что-то со звуком шалю. Мне аж как-то стрёмно стало то, что ты подумал, что я что-то там как-то завидую. Да я просто вспомнил о Гизмо там. У нас Хух не смотрит. Он там предпочел Гизмо. Тишина, видишь, в чате какая. Все залипли. Да как пускай, нечего отвлекать. Может вообще ну нафиг этот КВ. Пойдем всех гейм обзывать. Куда? На улице? Надеваю щитки, защитный шлем, там, маску. Щитки. 30 участников, господи. Так, ну чё они тупят-то? Я уже почти уснул. Напоснул. Уже почти. Так, наш чат сегодня уменьшился.
Надо найти замену. Кстати, замечал, на каждого, на каждое новое одно тело замена тут же идет. Кого-то берут там, кто-то выходит. Ну да. Сейчас нужно два тела найти. Ты там в гараже посмотри, может, у тебя кто там живой остался. Может, ты завалялся. Да. Ну что? Ас Дед Кинг. Как мертвый король. Как мертвый король может привести. Это у нас Протос. И будет у нас сейчас ЗВП на карте Прерии Белшира. Северный Ксайон Гриме против ЕВИ Ас Дед Кинг. Точка. Поехали. ГЛХФ. Ох, интересно, какая гонка. Голова гидролизка. Нам сдают какие-то ачивки, потому что у Тоса есть голова. Трубы на процессы. Ну и просто какая-то пиктограмма. Интересно. Давайте мы взял вот так вот. Чик. Можно в этой с какого-то патча теперь менять местами вот так таблички. Соотноси это с тем, где находится оппонент. Не помню, честное слово, как у нас ранее играет ЗВП, но, по-моему, он играет это не через муту. Ну, посмотрим. Так. Наверное, вот их стримера камера, вот и авто с напарм. Покормили кота, чёрт пожелали сами, простое лечение, и возвращаемся в игру. О, какая посылка на 0 FPS, у меня не случилось только что. Три зрителя по-прежнему, привет, ребят, не знаю, кто это. Через ворота. Есть у нас хата после пула. Первые собаки где-то должны быть. А, вот он. Не, ну здесь у меня зелот сталкер, похоже, что да, открывался пос. Не жадничает через кибернетку. Странно, что до сих пор нет мазеркора. Очень странно. Полный Nexus энергии, это будет что-то. Это что-то будет. Интересно. Ну, либо просто тоскрафт и завтыкал.
4 ВГП это будет. Вот к чему был полный буст и отсутствие кибернетики. А уравнивает тем временем толпа собак, вторая нычка. Никаких особых технологий, просто собаки себе. Теоретически, о, спалился кнопка зелена, линия не спалилась, и похоже, что сейчас она поставит пилон, но здесь равен наломится до того момента, как будут готовы гейты. Кстати, палит плюс 2 гейта, палит плюс 3 гейта, и понимаешь, что это будет 4 ВГП, снимается 1 пилон, а минится 1 гейбрей, который был на них. Не мог забегать наверх, просто пробок жрать, и не надо сейчас пилон. Можно сейчас вот это вот все забрать, собачка, да? Ну это минус полный смотрите. Рисковый стратег будет бал сейчас SDP, который терпел какую-то неудачу. Просто можно собак на стол зерки чувствую. Вот такие дела. Следующий. Что, Машек, друзья говорят по этому поводу? Нет, ссылку на стрим. Ссылку на стрим? А он что до этого смотрел? Не знаю. Черный квадрат. Стенку смотрел и говорил, да все, норм, бак, отлично. Тебя слышали там, знаешь, со стеной разговаривали там. Объелся, что он там, плюшка объелся, или что он там, кренделей. Ну, он вареники, вареники, да. Вареники. Плюшки. Ну, плюшка тоже, может, это сленг, плюшек. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, одет. Четко, четко, конечно, отбивается, но этого мало. Вообще четко. На пределе. Мальгет пацанчик, но не так, как Аклик Зерга. Аклик Зерга более мощный. Какая-то странная стенка, непонятная. Стенка называется «Приходите в мой дом, я открыт для гостей». Ну да, вот ты видишь, какой у нас сильный клан. Можешь тебя выпустить Джокером? Я думаю, ты это лучше покажешь скилл шестым пулом. Слушай, мне обычно кажется, что да. Да, все-таки песок на клаву попал. А у нас что-то есть глаза. О боже. 24 пса. У деда уже 12 лимитов, 8. Но он пишет good game. Самоманерность и спокойствие. Надо всему клану за традицию писать букву Г в конце. Ну что, ждем следующий сет. Не играла в Wings of Liberty, девушка. Кто, кстати, остался у наших оппонентов? Наших оппонентов остались. Один Зерк и один Протосс. Протос Криндель и Зерг Дример. Все мастер Ливер, кстати, скажу. Топормал. 1000 ПТС, неплохо. Больше, чем у Райана. Чуть больше, чем у Райана. По-моему, я даже Тотоса встречал где-то.
Ну да, у нас тоже топ ML, правда, не с 1000, всего 640, восемьюдесятью играми в активе. Не так много времени сейчас играет, все-таки учеба, сессии и так далее. Отлично, приглашает нас в игру. Да, будет у нас играть Протос Крейдер. Против Зерга с Лунных Сравен. ГГ. Какой не был, да, по-моему, всех не было, кроме вот этого какого-то стража и платы. Почему-то при слове плата мне вспоминается в первую очередь плата Шакураса. Кто помнит, такая старая-старая карта из Wings of Liberty. Очень долго была на поле, по-моему, чуть ли не дольше всех. Сейчас бета-версия. По-моему, убирали, наперерабатывали, возвращали. Но ничего. Ну, потом все-таки брали, совсем выжила она. И жила она себя на второй год игры, где-то перед самым ходцем. Ну ладно. Не знаю, я любил эту карту. Так, что? То есть подождать у нас немножко равен. Что ждем? И прошлый сезон 1100. Если это не фейк, то наши ребята, мягко говоря, лошаться. Мягко говоря, лошары. Ну, может, Дример покажет, как надо играть после вареников. Так, как это? Покажет. Так, блин. А куда Рейнг делся-то? А что не сказать, погоди. И че, и все пошли. Клауд какой не было? Была только что. Да ну нахер. Я же смотрел, погоди, Преви, Бельшир. Какой-то да? Другой ведущий. А, ну да, было. Заджойнился, и все вышли, я тогда тоже выйду. Запускай. Запускай ракетку. Так, нас приглашают на новую планету. Создадим свою колонию. Тебя еще не выслали, тебе билет. А, не, уже тут. Ну ты ракетка. Тебя пинги простят. В мозгу, да? Да. Я на самом деле говорю, отвечаю тебе тогда, когда ты полчаса что-то сказал. Это как кошки, я что-то сказала, она секунд через 3-4 только подняла голову, я говорю, ну какие пинги до кошки. А ты в курсе, что кошки, я про них BBC смотрел, что они любят так притягиваться к тем, кто на них внимания не обращает. Если ты им в глаза посмотришь, они будут тебя как агрессор воспринимать. Так, опять ЗВП, карта планета Нео Си. И счет 2-0 в пользу команды Simix. Поехали. Так, явка на пару минут.
Такс. Ну чё, маг здесь. Опять 4 ВГП от Тоса. Правда, оси раз через Нексус, похоже, не. Раз, два. Видита. Ну да, 4 ВГП через Нексус, потому что раз, и здесь опять масса собак. Здесь еще физи скоро есть. Всё, физи скоро, гарнетик.
Быстрее! Поехали отсюда! Правда, летом это где-то будет, по-моему, чуть ли не в июне-июле. Ребят, по всему миру везде так же плохо. Неизвестно. Не страшно. Как узнать, что они рядом? Они рядом. Готово. Бегите, бегите! Давайте сюда! Помогите нам, я отвечаю за семью. Я не могу вас заставить, но не говорите, что не подходите для миссии. Скажи детям, что я вернусь. Запомните, я вернусь. Звездная станция. Ой, звук внезапно прорезался. На моем собственном стриме. Так. А, в любом случае со мной постоимись. Вообще замечательно. Давайте мы позвоним. О, скайп закрашился, жесть. ТТшечка. Да. О, слушай, да. У меня скайп закрыл, у меня скайп крашнулся, выполнил запустимую операцию, скрывается. Я тебя слышу. Ну, нормально, чё. Ой-ой-ой, рыбовой жесткий вообще. Сейчас, подожди. Чтобы с этим что-нибудь сделать, заново перезапустить. Чё-то какая-то байда у меня скайпнет. Ты меня слышишь? Алло? Я не слышу, походу. Да. Теперь он процесс тогда что делать? Так.
Алло. Алло. Алло, алло. Беда вообще какая-то. Раз, два, три. Чай, выпей, приду. А, окей. Я просто думал, что скайп не работает, у меня скрашивался. Пусть закрыл. Висит, я просто майк выключу, да и все. А, ну окей, ладно, давай. Угу. Правда, единственная проблема, у меня понижается звук в игре. Ну, то есть фактически звуков с игры не будет слышно. При работающем скайпе. Сейчас попробуем с этим что-нибудь организовать. Место. О, все нормально работает. Так, ну что, CMX Focus против UV Крендера. Ну, то, по-моему, делают то же самое, что и в прошлый раз. Появился Мамакон. Плюс 2 гейта, сейчас, наверное, третий пойдет в зерга на сей раз. Более оборонительная тактика. Саночка зачем-то вначале. То есть, видимо, такой овердрон. Собаки, да. Вот он, третий гейт. Вот такой 4 ОГП под пуш 2 Нексусов. Вот. И потом уже по ситуации. Бегают собаки, уводят сталкера. Далекие края. Дерзи спокойненько развивается. Тос выходит старки тем временем. Ставит пилон, да, похоже, что это будет подпуш. Возможно, кстати, с вайдрейм. Фокус тем временем. Овердронится. То пробом, кстати, 32 на 25 перепережает он своего оппонента, плюс дополнительная саночка. Неплохо было бы еще, и спорт поставить, несмотря на то, что здесь есть личный клюна. Кстати сказать, пришел сталтер. Опухоль сейчас должна увидеть в скором времени пилон. Да, и пошел под пуш. Но здесь уже делается рач варен. Сейчас будут заказаны рачи, но все будет зависеть от того, будет ждать тот до варпа или наломит с тем, что есть, он наламывает с тем, что есть. Вот, и сейчас сверху придется потерпеть, потому что он заказал еще 3 рабочих. Кстати сказать, танков не действует на санке. Но ее лечить... А, ничего-то нету. Ну, значит, стрелять, если ничего не лечить, то что же делать? Заказывать рачей срочно. У зерга саплай блок тем временем. Ой, не хватает ему лимита. Ну, один только, короче, искать, и ты, по-моему, еще забыли остана по столб этим пушем. Готов, которому зерг оказался. Фейл, да, битва лечу ждет. Чувствую, что если Зерк сейчас не отобьется, то нас будет ждать увлекательный ПВП.